Когда мы составляли программу с Анатолием Абрамовичем Левиным, то я говорил ему: пожалуйста, сыграйте испанский танец номер 5 Энрике Гранадоса. Найдите оркестровую версию этого танца. Но найти не удалось, вот бывает, нету этой версии. И вот предлагает он мне за неделю до концерта сыграть эту вещь на фортепиано. А почему я так люблю эту вещь? Дело в том, что в детстве у меня был педагог по фортепиано 1900 года рождения, пожилой человек, ему было 72, мне было 12 лет, и он слышал игру Скрябина, он жил в 10-метровой комнате, доставал с этажерки пожелтевшие ноты и сообщал мне аромат дореволюционной салонной Москвы, Петербурга. Он учился в Киевской консерватории вместе с Горовицем, и его звали Николай Павлович Станишевский. И вот он мне открыл этот испанский танец, я его сыграл, влюбился и какое-то время с ним жил, и потом совсем забыл. И вот сейчас в этой испанской программе он прозвучит. Энрике Гранадос. Имя удивительное совершенно. Прожил всего 49 лет, кстати, как и Альбенис. И тоже был потрясающим, как Альбенис, пианистом, только на 7 лет позже. И удивительно, что он был первым испанским музыкантом, которого американский президент пригласил в Белый дом, чтобы дать сольный концерт. Гранадос приехал, сыграл в Карнеги-Холл концерт для президента, для правительства. И, возвращаясь назад на пароходе, уже в европейских водах, пароход потерпел крушение, это была война, это был 1916 год, в пароход попала бомба, часть пассажиров оказалась за бортом, Гранадос бросился в море, чтобы спасти оказавшуюся за бортом свою жену, и утонул сам. Вот такая трагическая смерть. И, конечно, этот трагизм, он слышен каким-то образом в музыке этого испанского танца, вот это вот колдование, колдовство. Два очень разных настроения у Гранадоса. Трагическое колдование и, с другой стороны, взрывы бурных эмоций. И все это обрамляется светлой надеждой. Средняя часть очень светло и нежно. Гранадос, испанский танец номер 5, ми минор.
Thank you.